между Россией и Грузией испортить отношения. Как вы относитесь к Сталину? Некоторые люди, может быть, ваши оппоненты считают, что, так сказать, Сталин, наверное, камзахурди, какой-то идол, потому что подозревают, что вы тоже стремитесь к диктатуре. Сталинизму, да? Да. Но если бы Сталин жил сейчас, вот они бы тогда посмотрели. Он им бы показал. Я всю жизнь практически борюсь против сталинизма. Но вот как раз клеветники всех времен знали, что на человека надо залить то, против чего он сам борется. Понимаете? Но вы очень хорошо знаете свой народ, знаете эмоциональный фон своего народа, как это мысли. Скажите, многие все-таки в Грузии сейчас идеализируют Сталина? Нет. Или этот культур... Это время уже ушло в прошлое. Вот года три тому назад уже пока было это, и даже года два там. Но после того, как мы провели очень огромную работу и фактически упразднили общество Сталина, я упразднил это в предвыборной кампании. И, в общем, добился того, что запретили вообще это общество. И запретили его участие в выборах, потому что оно хотело в выборах участвовать. После этого фактически эта опасность уже миновала.